1938 году на полуострове Ямал случилось удивительное или чудо, или предзнаменование. Там что недолго, да, Великой Отечественной случилось. Так вот, неожиданно темнота спустилась на землю, и это не было затмение солнца, что удивительно. А темнота была такая ужасная, что человек не видел на расстоянии вытянутой руки, и люди перекликались друг с другом. И продолжалась она почти 3 часа, там что-то с 10:30 до 13:00. Потом появился просвет, и темнота это была 600 километров на 250. Кто такой умный бежит? Лохматая собака. 600 на 250 километров. Ну вот есть предположение, что может какой-то летающий предмет мог это сделать. Но если метеорит, то он должен взорваться. То есть может быть это все-таки действительно искусственно сделанный летающая какая-нибудь огромная тарелка.